Всем привет! Это игра My Farm на Фейсбуке. Ну что ж, давайте здесь посмотрим на обновление. Рассказать. У нас также самое обновление к 8 марта. Ну что ж, давайте оценим ситуацию. Нам подарили гвоздик. Тот самый гвоздь, как говорится. И тут у нас, обратите внимание, не цветочки, как у нас в родине, а что-то другое. Сейчас посмотрим, что. Ну, давайте наш подарочек уже. Ой, плохой подарочек, жадные вы какие-то. Но ничего. Так, ладно, поделимся, расскажем. Все, рассказали. Так, теперь давайте перейдем сейчас. Заводик у меня построился. Что я сегодня очень много рассказываю. Рассказать да рассказать. Ну, рассказали. Опять рассказать. Я болтливая. Делаем большой экран, чтобы ничего нас не отвлекало от игры. И идем. Денежки, две штучки нам дали. Спасибо. Еще и чемоданчик ждет. Нет, не надо нам такой пилот. Не надо. А вот и наше обновление. Мы его нашли. Итак, первое, что нам надо, получается, видите, мы здесь делаем в пекарне, печем, и очень плохо, что игра не по-русски. Так что мы идем, у нас 9 дней есть для того, чтобы так, это все, что будем собирать наши рецепты и ставить печься. Так. Я в эту игру очень давно не заходила, но очень давно. И поэтому даже растерялась. Да, это печка, походу. И вот она. Где наши курицы? Собрать яйца. И поставить в печь. Это у нас не то. Это у нас новый заводик. Ух ты, какая красивая здесь ткань. Делаться будет. Вы таки не поверите, но я таки нашла. Где же в этой игре улучшения, вот эти вот обновления. Это вот в этом заводике. И у меня уже есть 3 штучки. Видите, я уже собрала 3. А на других заводах ничего, только один этот завод. 3 есть, еще цветочки надо. И можно будет продвигать по шкале. Ну, только обновление началось. Сегодня первый день, я так поняла. Еще есть 9 дней для того, чтобы это все пройти. Уровень 29 здесь небольшой. Очень меня печально, конечно, то, что игра не на русском языке. Я не знаю, как сделать ее на русский, и поэтому немножко мне, скажем так, сложновато понять, что куда и что к чему иногда. А иногда таки ничего. Ну, я вам показала, по крайней мере, это обновление. Оно совершенно отличается от родины, которая у нас... ВК, в Одноклассниках. В принципе, игра фактически такая же самая, но обновление совсем другое. Попроще. Ну, я вот даже сказала, поинтересней, если честно. По мне, так поинтересней. Тут я ничего не купила еще. Ага, 1300, а у меня всего 500. Конечно, не купила. Нет денег.
или есть, но не в недостаточном количестве. Так тоже можно сказать. И еще посадим пшеничку. У нас паровозик. Ого, какой паровозик. У нас такого нету крема. Или есть. По крайней мере, готового точно нету. Так, надо поставить заводики. 2 часа, 3 часа, 2 часа, 3 часа. Ого, все так долго. Крем у нас делается сколько? 45 минут. А, кстати, я могу ждать заводик, уже улучшать даже, в принципе. Поставить еще. А у меня нету молока. А, не, у меня есть молоко. Это я что-то поскромничала чуть-чуть. Так, есть. Изумрудики потратила, но молоко приобрела. А вот интересно, как насчет улучшений здесь? В принципе, 3 гвоздя. Тут вообще все печально. Тут у нас по нулям. А в газетке у нас чего у нас только нету? Гвоздей. Ого, сколько продают золото. А что, прям никому не надо, да? А у меня, кстати, заводик такой есть. Один такой ничейный. Шахта. А у меня ничего нету для этого, для шахты. Даже если я куплю. Будет, может, действительно купить, поставить. Пусть делается. Может, будет какой-то прогресс. Ага, уже все купили. Два я таких купила, тебе еще надо купить других, чтобы было. Ой, семена такие же самые, только не по-русски, только непонятно, что написано. Это мне такой камушек есть, давайте другой камушек. Честное слово. Другой камушек куплю. Таких 2 уже есть. И опять такие же, да? Не хочу. О, сосед. Добрый сосед нам дарит подарки. Мы их приняли. Сейчас у меня есть стук. Мыть один раз куда-нибудь. Мне хотелось, очень хотелось. Мы еще не можем улучшаться, печалька. Так, ладно, ставим заводики работать. Чего это я? 30 минут, час, час 30, и шоколадка 4 часа. Даром не стоял завод. Мы его запустим. Как там у нас насчет кукурузы? Есть. Поставили. Так, ткань хотела сделать. У меня совсем почти нету. Так неудачно стоит у меня территория. Ну, я вообще ничего здесь и не получала еще даже. Да. О. Сейчас будет много-много денег. Так, ладно, пока дальше. 30 минут, час. Час 30. Ладно, у нас есть еще рыбка. Думаю, видео на этом мы будем заканчивать. Я вам показала обновление здесь. И на этом все. Пока-пока.
До новых встреч. Я не знаю, будем здесь пробовать еще или нет. А видео я закругляюсь. Пока.